Всем привет! В соцсетях разгорается скандал о том, что Эдвард Билл нарушил режим о запрете посещения ему массовых мероприятий. Но его адвокат опроверг информацию, что блогер нарушил меру пресечения и посетил бойцовское шоу. В сети вышел очередной выпуск YouTube-проекта, в котором Билл появился в группе поддержки одного из спортсменов, при этом пряча лицо под капюшоном, темными очками и маской. Эдварда Билла заподозрили в нарушении режима после того, как блогер устроил массовое ДТП на Садовом кольце. Суд запретил ему посещать массовые мероприятия. Адвокат Билла рассказал СМИ, что его клиент всегда так одевался, чтобы его не узнали на шоу. А этот бой проходил за месяц до происшествия. И все это можно спокойно проверить. А с вами был канал Гарик Талисман ТВ. До новых встреч. Пока-пока.